Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов ознакомился с ходом реконструкции Махачкалинского аэропорта. Гамидов в сопровождении руководителя ДАГ «Автодора» Загида Хучбарова, гендиректора Международного аэропорта Махачкала Тамерлана Буганова и руководителя проекта реконструкции предприятия «Мостотряд 99» Идриса Алиева осмотрел аэродром и прилегающую территорию, ознакомился с ходом реконструкции стоянки самолетов. Так, взлетно-посадочную полосу планируется расширить и удлинить. Это позволит принимать практически все виды воздушного транспорта, кроме большегрузных самолетов. Затем в здании аэропорта состоялось рабочее совещание, был озвучен и ряд проблем, связанных, в частности, с необходимостью перевода регулярных рейсов в период временного приостановления функционирования аэропорта в аэропорты округа. В ходе совещания было принято решение усилить дополнительную рулевую дорожку для того, чтобы иметь возможность, не ограничивая движение воздушного транспорта, провести реконструкцию аэропорта. Председатель правительства призвал участников совещания максимально сократить сроки проведения работ.